Ну и вот одна из первых атак Минска. Хорошо перечена Забелина. Этот парень опасен. В последних матчах Забелин очень неплох. Еще одна подача, и Минск выходит вперед. И неужели это Джиме Мустафа, этот форвард из САР, который приехал и реально с двух ног врывается в высшую лигу. Он в прошлом туре забил, сейчас вновь отличается. Вот такой вот огненный танец получается у Джиме Мустафа. Ну и два мяча в трех играх получается за Минск у этого нападающего. Достаточно вальяжное начало со стороны домашней команды, со стороны торпеды.